Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1297. И нам нужно округлить дроби и пункт А. Нам нужно округлить до целых. Первая дробь 1,69. Чтобы округлить до целых, смотрим на первую цифру после запятой. Это 6. Только она одна нас и интересует. 6 больше, чем 5, поэтому мы целую часть увеличиваем на единицу, получаем 2. И все, что стоит после запятой, мы отбрасываем. Следующее число 1,198 тысячных. Тоже нас интересует только первая цифра после запятой. Единица. Единица меньше, чем 5, поэтому мы целую часть не меняем. Остается 1 целая. Все, что стоит после запятой, отбрасываем. Следующее число 37,444 тысячных. Смотрим на первую цифру после запятой 4. 4 меньше, чем 5. Поэтому целая часть 37 остается. Все, что стоит после запятой, отбрасываем. Следующее число 37,500, то есть 5444 десятитысячных. И нас интересует только первая цифра после запятой. 5. Если у нас стоит 5 или больше, чем 5 цифра, то мы целую часть увеличиваем на единицу, получаем 38. Все, что стоит после запятой, отбрасываем. И последнее число 802,3022 десятитысячных. Первая цифра после запятой 3. 3 меньше, чем 5, поэтому мы целую часть не увеличиваем. Остается 802 целых. Все, что стоит после запятой, отбрасываем. И пункт Б. Нужно округлить до десятых. И первая дробь 0,3691 десятитысячная. Теперь нас интересует число, цифра, которая стоит на месте сотых, так как нам нужно округлить до десятых. Десятых у нас 3, на месте сотых у нас стоит шестерка. Шестерка больше, чем 5, поэтому мы разряд десятых увеличиваем на единицу. Получается 4 десятых, и все, что стоит после, мы отбрасываем. Следующее число 0,8218 десятитысячных. Восьмерка стоит у нас на месте десятых, на месте сотых после восьмерки стоит у нас двойка. Двойка меньше, чем 5, поэтому мы не увеличиваем на единицу разряд десятых. Остается у нас 8 десятых, все, что стоит после, мы отбрасываем. Следующее число 0,9702 десятитысячные. На месте десятых у нас девятка, на месте сотых после девятки у нас идет семерка. Семерка больше, чем 5, поэтому мы увеличиваем нашу девятку, на которой стоит на месте десятых, на единицу. Получается 10. Но так как мы получили 10, у нас увеличивается и целая часть. Если мы получаем 10 после округления в разряде, то увеличивается на единицу следующий разряд. Следующий разряд — это у нас целый, поэтому целый увеличивается на единицу. Получаем ровно одну целую. И последнее число 81,3501 десятитысячная. Тройка на место десятых, после тройки идет пятерка. Если у нас стоит пятерка, то мы увеличиваем разряд, до которого округляем, на единицу. Получаем 81,4.
и все остальные цифры после запятой мы отбрасываем. И выполнили задание 1297. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.